Здравствуйте, это новости в субботу. В студии Лина Анатолина. И вот о чем сегодня в выпуске. Темпы снижения заболеваемости замедлились. В феврале этот показатель был 30%, в марте только 25%. Ковид никуда не ушел. Наша задача встретить как бы эту третью волну уже не с проблемами. Что с эпидемиологической ситуацией, расскажет Салават Мухамадулян. Почти 450 литров мы привезли, и вот мы за час буквально все это уже реализовали. Почем на ярмарке сахар и мука? И за каким товаром выстроилась самая длинная очередь, выяснила Юлия Гоголева. По местам Тукая. Ходил коридоры с одного конца, другой конец. Может быть, он таким образом вдохновлялся. Где великий поэт жил и писал свои легендарные произведения, расскажет Рамиль Шайдулин. Четыре национальности, и все живут одной семьей. Хороши, дорогие гости, приглашаем на наш праздник. О дружбе народов в Тетюшском районе расскажет Вероника Гайнадинова. Никакого успокоения не должно быть. Сегодня Рустам Миниханов поручил главам районов и всем задействованным службам держать ситуацию с коронавирусом под контролем. Темпы снижения заболеваемости в марте замедлились. Увеличилось и количество больных в тяжелой форме. Как республика готовится встречать так называемую и возможную третью волну, расскажет Салават Мухамадулин. Ситуация стабилизировалась, но никуда не исчезла. И оставлять без контроля нельзя, говорит президент. Темпы снижения заболеваемости замедлились. В феврале этот показатель был 30%, в марте только 25%. Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас снятие ограничительных мероприятий, поскольку число лиц, подверженных риску заболевания, остается еще достаточным. Поэтому отпускать ситуацию из-под контроля сейчас преждевременно. На фоне снижения общего числа заболевших мы отмечаем увеличение доли тяжелых форм. Сегодня в республике зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса. 17 человек госпитализированы. Эпидемиологи в преддверии сезона отпусков напоминают, после возвращения из-за границы нужно сдать ПЦР-тест и в трехдневный срок загрузить его на портал госуслуг. Так, больше 400 прилетевших в Казань проигнорировали это требование. Судами уже наложено штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. С начала 2021 года отмечается увеличение кратности международных авиарейсов и расширяется их география. На апрель запланировано уже 246 международных рейсов из 11 стран. В ожидании третьей волны коронавируса вакцинация, говорит президент. Это единственный способ защиты. Для пожилых в зоне риска особенно. Общее количество привитых в республике достигло 145 тысяч человек. Чудес не бывает, никакого успокоения не должно быть. Если у кого-то есть какие-то иллюзии, что у них есть антитела, еще какие антитела сегодня есть, завтра их не станет. Ковид никуда не ушел. Наша задача встретить как бы эту третью волну уже не с проблемами. Мы это проходили. На этой неделе исполнился год с начала ковид-локдауна. Закрытые кафе, СМС-пропуска, пустые улицы. Возвращаться к этому никто не желает. Поэтому про снятие ограничительных мер пока речи не идет. Салават Мухамадулин, Марат Хусаинов, ТНВ. Казань. На этой неделе в республике началась масштабная санитарная очистка. Сегодня Рустам Миниханов дал поручение министрам экологии и лесного хозяйства докладывать ему лично о ходе эковесны. За предстоящие два месяца в городах и районах проведут субботники, уборку лесов, экологические акции и рейды по несанкционированным свалкам. Эта работа должна развернуться в каждом населенном пункте, на каждой территории, на каждом предприятии, на каждом лесном участке. Везде. Мы будем заслушивать еженедельно. Одна неделя министр экологии, следующая неделя министр лесного хозяйства. И сегодня Рустам Миниханов встретился с председателем Совета муниципальных образований Республики Алтай Романом Птицыным. Обсудили расширение торгово-экономических контактов, развитие туризма, укрепление культурных связей, а также обмен опытом по развитию промышленных зон и электронных торговых площадок. Президент передал руководству региона слова благодарности за поддержку татар Алтая.
Позже Рустам Миниханов встретился с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Обсуждали строительство трассы М-12. Добраться на машине до Москвы по ней можно будет за 6,5 часов. Напомним, построить трассу должны к марту 2024 года. Татарстанский участок 142 километра пройдет через Кайбицы, Апастово, Верхний Услон, Лаишево и Пестрецы. И, как сегодня сообщил Вячеслав Петушенко, все контракты на выполнение работ уже заключены. Также в рамках встречи он рассказал Рустаму Миниханову о памятнике погибшим защитникам Отечества, которые возвели на трассе М-11 рядом с поселком Мясной Бор в Новгородской области. В 1942 году там в боях участвовал Муса Джалиль. И именно там был ранен и попал в плен. Как отметил президент Татарстана, установка этого памятника – важное событие в деле сохранения исторической памяти. Вчера, когда мы проезжали по территории Татарстана, тоже подумали о том, что нам что-то нужно сделать тоже здесь вот такое вот похожее. В республике сегодня снова открылись сельскохозяйственные ярмарки. Товары от татарстанских производителей продают с 6 утра, но у некоторых прилавков очереди занимают уже с 5. На площадке в авиастроительном районе Казани сегодня побывала наша съемочная группа. Картошка от 20 рублей, помидоры по 88, сахар по 42. Какие районы представили свою продукцию и какие товары пользовались самым большим спросом, увидела Юлия Гоголева. Официально весенние ярмарки начинают работать с 6 часов утра, но покупатели готовы приходить и раньше, ведь хорошего товара может не хватить. Почти 450 литров мы привезли, и вот мы за час буквально все это уже реализовали. На глазах жители авиастроительного района сегодня разбирали и картофель. На рынках чуваши и картошка. Нам она надоела уже. Это местная, татарстанская. Намного дешевле, по 40 рублей на рынках. А вот тут она 27 рублей. Мы привезли не такой большой объем, но он уже весь ушел. У нас было 700 килограмм. Осталось только картофель семенной. Но его тоже берут. Весна – время первых всходов, потому лук-севок, пожалуй, самый актуальный товар. Сорт идет Штутгарден, просто идет что-то для луковицы, что-то на зелень. Впервые на ярмарке пасечник из Бирюлей Вера Усанова. Казань привезла последнюю партию своей продукции. И ту, говорит, разбирают на глазах. Впервые я продала все. Уже? Да, прополис, вот у меня еще маленько осталось. Рамки тоже кончились. Вот. Остался только вот лесной мед у меня. Вот. Ассортимент на весенних ярмарках, конечно, не тот, что перед Новым годом, зато мясо традиционно парное. Мы продаем и телочек, и бычков, всегда свое домашнее, на свое хозяйство. Привезли 3 туши и все продадим. Молоко 4 тонны, мы лишнего не привозим. Хорошо бы вот эти 4 тонны продать. Мясо около 8 тонн, зерно 20 тонн. Особым спросом на ярмарке пользуются огурцы и помидоры от местного производителя. Как видим, за ними здесь выстроилась самая большая очередь. Кто последний? За мной еще занимали. Очередь такая большая. Долго стоите? Полшестого утра уже. Весенние ярмарки продлятся до конца апреля. Производители надеются, что к этому времени снег с полей сойдет и можно будет приступить к битве за новый урожай. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Более 17 лет они занимаются молочным скотоводством и производят больше 260 тонн молока в год. Причем делают это сообща: глава семейства, его супруга, дети, зятья и снохи. Васильевы из села Янобердино Менделеевского района в этом году стали победителями республиканского конкурса фермерских династий. О том, как общее дело связывает поколения, Рамиль Шайдулин. С рассветом на ферме уже кипит жизнь. Доят буренок, накладывают корм, хлопочут по хозяйству. Кто-то дома кушать варит, кто-то здесь. Так и все вместе стараемся, работаем. Уход за таким поголовьем – дело не из простых, но у Васильевых получается. Уже 17 лет их семья занимается молочным скотоводством. Когда мы заходили, у меня было всего 25 коров. Глава хозяйства Леонид Васильев вспоминает, что еще недавно скотину держали в хлеву возле дома. Сейчас на новой большой ферме, которую построили на 3 миллиона рублей республиканского гранта. Приспосабливали туда-сюда помещение. Ну вот благодаря программе нашего правительства вот стало такое возможным, чтобы шагнуть вперед, большой шаг сделать. Теперь здесь больше сотни коров и овец. В планах увеличить поголовье минимум вдвое. Тем более сил хватает. За работой вся семья. Супруга, сын, дочь, сноха, зять. А через неделю надо овцу постригать, надо. Вот надо летний лагерь надо сделать, надо. Какой работа есть, все делаем вместе.
Понял, пускай. Помогает даже внук, и сын когда-то бегал за папой фермером. Теперь он тоже глава КФХ. В его ведении около 300 гектаров земли, которые он засевает кормовыми культурами. На то поголовье, которое мы имеем, наших земель достаточно. То есть мы можем себя и фуражным зерном обеспечить, и кормами. В результате семейное мегахозяйство дает 257 тонн молока в год и 23 центнера зерна. Но и это не предел. В планах построить еще одну ферму, чтобы дело процветало, а с ним и династия Васильевых. Рамиль Шайдуллин, Шатаюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Менделеевский район. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. И за месяц до этого дня мы открываем юбилейную рубрику. Вместе с вами вспомним знаковые тукаевские места, его любимые городские улочки, услышим малоизвестные факты из биографии поэта в Казани. Сегодня мы отправились в легендарную комнату номер 40 в гостинице «Булгар». Там поэт прожил 5 лет и написал одни из лучших своих произведений. Экскурсия от Рамиля Шайдуллина. Шаг, второй, остановка, снова шаг. Эту походку не спутать ни с одной другой. Габдулла Тукай даже в этом был уникален. Причем он не просто ходил, а выдавал некий особенный такт. Если ночью никто не видел его фирменной походки, то понимали, что Тукай сегодня ничего не написал. Конечно, очень переживали. Центр Казани, перекресток улиц Московская и Татарстана. Вот она, некогда знаменитая гостиница «Булгар». Габдулла Тукай здесь жил в одном из номеров. Он не сохранился, но в 2017-м на первом этаже уже современного здания восстановили тот самый легендарный номер поэта. Говорят, что в комнате было несколько стульев да стол. Так и было. Было время, что здесь было и два стула, и один стул, небольшой круглый столик и маленькая этажерка для книг. Гостиница «Булгар» в то время это место встречи татарской интеллигенции. Здесь ставили спектакли, печатали газеты. В одну из редакций Тукай и зашел сразу после заселения. Он входит в редакцию газеты «Алислах», берет в руки второй номер газеты и говорит: «Пока возьму себе, когда читаю, верну. Если что, я остановился в комнате номер 40», — говорит он своим современникам. Именно из их воспоминаний мы и узнаем этот факт. Имущество поэта, книги да пальто — все помещалось в небольшую корзинку. Вот эта дорожная корзина была вечной спутницей Габдуллы Тукая во время его переезда, во время его путешествий. В комнате номер 40 Тукай написал одни из лучших своих произведений. Сказку «Шурале», автобиографию «Что я помню о себе», сатирическую поэму «Сенной базар» или «Новый Кисикбаш». Как раз герой этой поэмы жил также в номерах «Булгар». Это Борис Карахмет, который поселился рядом с номерами номер готовый Тукая. Из его окна открывался вид на Сенной базар. Историки говорят, оттуда он черпал вдохновение при создании знаменитой поэмы «Кисикбаш». Окна из номеров «Булгара» действительно смотрят одновременно и на юг, и на восток. И номер Тукая находился в юго-восточной части, тот самый 40-й номер. Фарид Яхин ведет нас по пути Тукая. Позже все эти места окажутся в его произведениях. Сенной базар, свечной завод, озеро Кабан. Здесь, на берегу, на Маржани, была прачечная. Во времена Габдуллы Тукая было принято перевозить белье на стирку. Так вот, поэт передавал свои рубашки и воротники некой Гульмарьям, о которой даже писал в своих стихах. По воспоминаниям современников, поэт любил запах мыла, которым после стирки пахло от одежды. Любил запах национальной выпечки, которая всегда украшала стол в гостинице «Булгар». В номерах всегда были горячие пермичи, горячий чай. И Тукай очень любил всем этим позавтракать. Здесь, в небольшой комнате 2 на 3 метра, поэт провел 5 лет своей жизни. В декабре 1912 года он съехал и отправился на лечение. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. О любви и памяти родного на родном. Сегодня в Доме дружбы народов наградили победителей республиканской конференции имени Роберта Миннулина. Молодые авторы представили жюри свои стихотворения, статьи и ролики на татарском языке.
Синең шөгләрем маяк кебек барыр юлымда. Синең иҗат, синең әсәр аша алыймын мин барын-барында. Это стихотворение Ирки Ахметянова так и назвала «Дядя Роберту». В творческом конкурсе имени Роберта Мигнулина участвует не первый год. И, наконец, ей покорилась главная награда. Она обладатель гран-при. Мне мама сказала, давай напишем стих. И я такая говорю, ну давай. Потом мы начали писать. Многим нет 18, но они уже авторы. У каждого свой проект и общая цель – изучение родного языка и творчества Роберта Мигнулина. Видеоролик о татарском классике помог Лилии Гайнединовой занять второе место. Изучили инстаграм-страницу Роберта Мигнулина, его стихотворение, и сделали буктрейлер. Да, это ролик о творчестве, о жизни Роберта Мигнулина. В финал из 2000 заявок попало лишь 49. Лучших определили по 7 номинациям. Предыдущие годы награждения победителей конференции имени Роберта Мигнулина проходило в 88-й Казанской школе. В этом году его впервые проводят в стенах Дома дружбы народов. И впервые без самого поэта. У него было такое желание, чтобы эта конференция, именно вот завершение этой конференции, награждение детей проходило в каком-то концертном зале. Я думаю, я со своей стороны этого его пожелание выполнил. На его стихах выросли поколения татарстанцев, а произведения стали классикой народной литературы. Мы изучаем творчество Роберта Мигнулина. Дети знают, дети подписаны его страничку, знают стихотворение и с удовольствием принимают участие. Отец всегда учил нас любить свою родину, свой народ, свой язык. И, безусловно, такого рода мероприятия, они так или иначе способствует этому, безусловно. Ак күңелле, яхшы кеше, бу дөньяга син кирәк. Чиста җанлы, саф йөрәкле кешеләр хәзер сирәк. Республиканская конференция имени Роберта Мигнулина проходит в пятый раз. Организаторы планируют сделать ее всероссийской. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Сегодня на площадке Национальной библиотеки открылся форум современной татарской культуры «Джадид Фест». Основная тема форума – вода, та, которую мы пьем, в которой плаваем, рядом с которой живем. Для всех желающих лекции, мастер-классы и фотовыставки. Отметим, почти все мероприятия проходят на татарском языке. Программа фестиваля рассчитана на 2 дня. Завтра для гостей пройдут литературные чтения, презентация архивных материалов о воде и выступления молодых музыкантов. Очень понравилась выставка, потому что там вот по фотографии можно было посмотреть, сколько-то лет назад, как выглядел город Казань, как там Булак выглядел, как озеро Кабан. И было очень интересно, что все так поменялось. «Джадид Фест» — это проба форматов различных, экспериментальных. Вот на эту тему мы размышляем, что можно тему воды показать. Некий социальный такой пласт скрывается в этом плане. Мне приятно, что большая часть всего это говорится на татарском языке. Да? То есть мы обсуждаем серьезные проблемы на нашем родном языке. Когда в нашей стране впервые появились бумажные деньги? Кто первым начал чеканить платиновые монеты? И что предложил Ньютон Петру Первому для защиты от фальшивомонетчиков? В Национальном музее открылась уникальная выставка. Она посвящена многовековой истории денег. В Золотой Орде выпускались монеты 3 видов. Самые мелкие назывались медные пулы. Монеты среднего достоинства – серебряные дирхемы. Больше всего ценились золотые динары. Все чеканилось в Болгаре, где и находился монетный двор. С появлением первых монет появились и фальшивки. Не наша монета, в первый раз вижу. Что ты про нее скажешь? Стоит такие брать, не стоит? Сейчас погоди, другой. Погоди. Сейчас. Как отличить фальшивку, наглядно показывают на выставке. Монету нужно надкусить. Остался след, значит, из настоящего серебра или золота. Во времена Петра Первого впервые в России начинается применяться гурт. Это специальная насечка на ребре монеты. Скорее всего, эту технологию подсказал Петру лично Исаак Ньютон. В 1769 году в России печатают первые бумажные деньги ассигнации. Через 10 лет купюры 5-рублевые напечатают на бумаге синего цвета, а 10-рублевые на красный, чтобы народ, который не умел читать и писать, отличал купюры одну от другой. В 1843 году, чтобы усилить защиту, бумажные деньги начинают печатать уже в цвете. И помимо купюр одного цвета появляется радужная печать. Такие деньги
уже было невозможно повторить без специального оборудования. На выставке вся эволюция жизни денег. Секрет их производства, подсчет огромных сумм, как их перевозили и как хранили деньги наши предки. Между прочим, с появлением телеграфа появилась возможность перевода больших сумм, совсем как сейчас. Узнали о тысячелетии Казани даже с помощью денег. То есть, на самом деле, много было удивительных фактов. Любимая эпоха – это эпоха Екатерины II. Поэтому вот один из первых стендов, посвященный как раз-таки Екатерине Великой, для меня был наиболее интересен. Я внимательно изучила, опять-таки, все купюры. Увидеть, как существовала денежная система задолго до появления банков и как она развивалась, можно в Национальном музее республики до 25 апреля. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Мы продолжаем нашу рубрику «Айда Татарстан». Сегодня отправимся в мордовские села Тетюшского района. Именно здесь проживает 10% всей мордвы Татарстана. Их самобытную культуру разбавляют русские, татары и чуваши. Такое культурное многообразие только помогает им сохранять свои традиции, рассказывают сельчане. Какие они, многонациональные мордовские села, увидела Вероника Гайнудинова. Шумраши кельгамаялгар. Мы рады приветствовать вас на нашей мордовской, урюмской, хлебосольной земле. Вот так на сегодня встречают в Тетюшском районе. Айда Татарстан в гостях в мордовских селах. Луганя сакелуне, Луганя. Урюм, Кильдюшево, Пролейкаша, Киртели. 8 сел, где проживает более 2000 представителей мордвы. Первые села здесь появились еще в начале 17 века. Все они расположены вдоль Волги и в лесах. Мордву называют народом лесным. Они издавна занимаются охотой, рыболовством, делают телеги и сани. Последним и известны на всю страну мордовские села. Старинное мордовское полотенце с типичной вышивкой мордовской, которая называется сёрмадама, от слова сёрма, то есть письмо. Сколько детей у женщин? Как она живет с мужем. У каждого орнамента смысловое значение. Сегодня в самобытную мордовскую культуру вносят разнообразие русские, татары, чуваши. Вот местный коллектив «Умарина». Многонациональный состав и песни исполняет разных национальностей. В репертуаре нашего ансамбля это у нас фольклорные мордовские песни, фольклорно-русские песни, эстрадные русские песни, мордовские песни. Также мы поем татарские песни и чувашские песни. Крепкой дружбе народов здесь знают с малых лет. В школе ребята всех четырех национальностей о своих традициях и культурных особенностях рассказывают друг другу. Живем мы между собой дружно, вместе справляем праздники. Дети делятся своими традициями. В школе много внеурочной работы. Из школы отправляемся в гости к Врясовым. У них династия учителей. Общий педагогический стаж 175 лет. А вместе Любовь и Анатолий уже 47 год. Чугунок со щами. Обед по старинной традиции. Мордовские щи готовят в русской печи. Стол у Врясовых сегодня ломится от угощений. На любой праздник национальные блюда. Обязательно на праздничном столе должна быть рыба кал. Это на всех праздниках. У нас очень много гостей, у нас свой ансамбль. Мы часто собираемся, поем песни мордовские, русские и украинские. На чувашском языке мы можем петь песни. И на татарском. Да. Буду мы гуляли. На праздники приезжают из всех соседних деревень. Это фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой». Здесь точно знают о дружбе народов. Вот Ильсияр и Иван Ведьмановы. Она татарка, он мордвин. Ильсияр после Буинского медучилища приехала сюда по распределению фельдшером и встретила свою любовь. Вместе уже 32-й год. Христианские праздники пироги печет, татарские праздники баймарам. Все, тоже пироги. Так что мне повезло. Дети тоже и татарские, и мордовские языки знают. Ильсияр уже и язык выучила. Монтон кикса, я тебя люблю. И по-татарски. Да, я сказала, я этот, по-татарски, миссинджара там. Помог шестерне, крайне сиди сетит пар. В
мордовских селах услышать можно и чувашскую речь. Добрый день, мы очень рады, что вы сегодня приехали на нашу землю. Горжусь, что я чувашка, я живу тут в Тетюрском районе. Рады вас встретить еще раз на нашей земле, показать все наше многоцветие нашего района. И живите дружно и богато. Ай да Татарстан! Вот такие они, мордовские села! Но мы продолжаем наше путешествие и едем дальше. И как говорится, Нэмэсэнг! До скорых встреч! Курышервэс! Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! И этот праздник русской речи высокой глубью сотворен, как путь, где трепетные свечи ведут над пропастью времен. Юнна-Морец. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Щедрые скидки в честь столетия санатория «Васильевский». Бронируй уже сегодня. И вы скажете: «Я вижу». Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 48 000 рублей. Клиника «Третий глаз». Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Новая весенняя коллекция в ТЦ «Проспект». Стильные пальто и легкие куртки. Обувь и модные сумки ждут вас по адресу: Проспект Победы, 50А. Пусть жизнь заиграет яркими красками. С 7 по 11 апреля рыболов-охотник ВЦ «Казанская ярмарка». Дегустация ухи, хиты группы «Волга-Волга». Всем миром в Божий ряд мы встанем. Ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем. Мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби. Здравствуйте! В республике установилась пасмурная, сырая погода, и просвета пока не видать. О погоде на 4 апреля прямо сейчас. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево, вероятность осадков будет небольшой. Температура понизится, днем около 2 тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, облачность сохранится, преимущественно без осадков. Тут также температура станет ниже. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше вероятность осадков будет небольшой. Но солнце пока не спешит радовать своим теплом. Ночью небольшой минус, а днем плюс 2. Не хватает пока солнца и тепла и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Ночью местами пройдет мокрый снег, а днем осадки прекратятся. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске, днем без осадков и тепло. Но к вечеру станет прохладнее. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше, облачно, но без дождей. В дневные часы тепло, вечером немного похолодает. Дождливый циклон ослабил свои позиции, и осадки прекратились. Но солнце не спешит показаться из-за серых туч, что немного портит весеннее настроение. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Да где они? Эти!
Путин границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами! БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт bti.rt.ru получите скидку 10%. О погоде в столице. В воскресенье в Казани ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью плюс 1, а днем плюс 4. Ветер умеренный, атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.